Добрый день. Мы с вами много говорили о портативных приборах электромагнитной терапии, о тех самых приборах, с помощью которых можно восстанавливать работу органов и систем человека, о тех приборах, с помощью которых можно восстанавливать утраченное здоровье, о тех приборах, с помощью которых успешно можно бороться с вирусами, бактериями, гельминтами, простейшими, грибками. То есть с теми, кто нам с вами мешает жить. А сегодня мы с вами будем говорить о профессиональных медицинских приборах, которые предназначены специально для врачей. С помощью этих приборов легко установить диагноз и назвать проблему по имени. Итак, сегодня мы говорим о двух пунктах нашего маркетинг-плана, которые позволяют врачу работать грамотно и решать проблемы пациентов. Это прибор DTD модель 104, который работает одновременно с электронным медикаментозным селектором DetaPharma модель 112. И большой профессиональный прибор DetaProfessional. Это медицинские приборы, которые реализуют диагностику по методу Фоля и вегетативно-резонансный тест. То есть и в том, и в другом приборе два метода диагностики. Два метода диагностики позволяют врачу значительно увеличить достоверность диагноза и более точно определить оптимальный шаг по воздействию и оптимальное воздействие на пациента. Поэтому два прибора, DTD-104 совместно с селектором и DetaProfessional. Сегодня мы с вами говорим именно об этих приборах. DTD модель 104 – это самый популярный прибор, который больше всего продавался на нашем предприятии. Почему он, собственно говоря, такой популярный? Потому что при том качестве диагностики, которыми он обладает еще и низкой ценой, поэтому он доступен для врачей. В большинстве случаев именно его покупают, поскольку работает он стабильно и очень хорошо. Совместно с электронным медикаментозным селектором DetaPharma модель 112 есть возможность провести диагностику, назвать точно проблему по имени. Кроме этого, есть возможность с помощью этого прибора подбирать косметику, украшения, пищевые добавки, тестировать продукты питания. А в прибор встроен электронный репринтер, с помощью которого можно изготавливать электронные копии гомеопатических препаратов. Но также у этого репринтера есть инверсный выход. Вот с помощью этого инверсного выхода легко приготовить аутоназот. И с помощью этого аутоназота быстро погасить возникшую аллергическую реакцию, скажем, на лекарственный препарат, на тот или иной продукт питания. И очень быстро помочь человеку. С помощью этого прибора легко убирать и аллергическую реакцию, и выяснять изначально первопричину возникновения проблем. Ну, простой пример. У человека непереносимость цитрусовых. Вы проводите диагностику с помощью этого прибора и выясняете, что причиной неприятностей является серебряная амальгама, которая скопилась в организме. Убираете из организма серебряную амальгаму, и пациент легко начал есть апельсины. Казалось бы, какая связь? Но именно этот прибор позволяет решать такие глубинные связи. С помощью этого прибора также легко подобрать индивидуальную программу для пациента и запрограммировать прибор электромагнитной терапии грамотно. Почему это делается легко? Потому что вы изначально понимаете, что каждый человек одними и теми же болезнями, но работает, болеет по-разному. Каждый пациент одними и теми же болезнями работает. Один и тот же. Люди болеют по-разному. И поэтому для того, чтобы оптимально решить проблему, нужно индивидуально подобрать лечебные программы. Вот этот комплект является самым оптимальным для работы врача. Его могут покупать и
те врачи, которые только что прошли обучение, также он будет полезен и тем врачам, которые уже давно работают по этим методам и хотят просто перейти на современные медицинские приборы и работать более успешно. То есть прибор годится и тем, и другим. Благодаря своей надежности он может применяться достаточно широко. Благодаря низкой цене комплекта он может использоваться очень широко. Теперь мы с вами будем говорить о приборе Detta Professional. В чем его преимущество? Тема в том, что этот прибор воплотил в себя все имеющиеся в нашем распоряжении методы и диагностики, и лечения. Поэтому этот прибор поистине является флагманом наших приборов. Флагман, потому что он позволяет не только провести точную диагностику с использованием метода Фоля и вегетативного резонансного теста, но и провести успешное лечение. Для этого в приборе реализовано несколько методов лечения. Это прежде всего биорезонансная терапия. Биорезонансная терапия, реализованная в этом приборе, изготовлена по оригинальным материалам, полученным непосредственно от автора метода биорезонансной терапии Эрика Роше. То есть он реализует прибор Мора-1 в том виде, в каком его изначально придумали авторы. С помощью метода биорезонансной терапии можно решать широкий круг заболеваний. Это прежде всего аллергические реакции, особенно по весне полинос решается за один сеанс. С помощью этого прибора можно определять те или иные проблемы, выводить тяжелые металлы из организма. По исследованиям немецких врачей, ртуть выводится из организма самостоятельно в течение 18 лет. С помощью прибора биорезонансной терапии вы можете извлечь эту ртуть из организма всего лишь за одну неделю. То есть имейте в виду, что на одной чашке весов 18 лет, на другой всего лишь одна неделя. Масса других преимуществ биорезонансной терапии, о ней можно говорить долго, по этому поводу у нас с вами будут специальные курсы обучения. Но скажу сейчас, что это единственный высокоэффективный метод, который в принципе не имеет противопоказаний. А второй метод, который реализован в профессиональном приборе, это метод электромагнитной терапии. Этот метод вам уже хорошо знаком, и он реализован в портативных приборах Detta Rhythm. И отличается от портативных приборов Detta Rhythm тем, что здесь более высокая интенсивность по воздействию. Здесь есть возможность пройти в виде волновых качелей и дать возможность организму самому выбрать те частоты, которые ему нужны для восстановления. А также в приборе реализована уникальная вещь – это комплексная терапия. Почему она интересна? Дело в том, что когда у человека начинается онкология, особенно на начальных стадиях, происходит разрушение системы меридианов. И вот электромагнитная терапия, воздействуя на орган, вызывает в нем резонанс. За счет резонанса орган получает энергию и прибор биорезонансной терапии эту энергию успешно перераспределяет по всему организму. Потому что при онкологическом процессе основную опасность представляет именно передозировка воздействия, когда невозможно перераспределить энергию из-за разрушения системы меридианов. И вот, используя одновременно электромагнитную терапию и биорезонансную терапию, есть возможность успешно в этом деле преуспеть. А следующий метод, который реализован также в этом приборе, это квантовая терапия. Как вы уже знаете, что психологические проблемы, с которыми сталкиваются люди, либо в результате семейных проблем, либо еще каких-то проблем, также могут быть психологические проблемы, связанные с болезнью. Вот эти все проблемы, они выходят за рамки электромагнитной терапии. И приборы электромагнитной терапии в этом отношении не могут оказать того действия, которое бы хотелось. Вот прибор квантовой терапии позволяет провести цветопсихокоррекцию. И совместно с электромагнитной терапией они на порядок повышают эффективность друг друга. То
То есть эти два метода позволяют и уже восстанавливать работу органов, и решать психологические проблемы. Таким образом, в профессиональном приборе есть возможность уже решать и психологические проблемы. И последний метод терапии, который реализован в этом приборе, это высокоинтенсивная электропунктурная терапия. Полный размах импульса может достигать 300 вольт, то есть больше, чем в розетке. Но при этом за счет красивого спайка импульса болевых ощущений не возникает. И вот представьте себе такую ситуацию. Человек сломал ногу. Что делается? Накладывается гипс. И пока кость срастается, мышцы вокруг этой кости, они не работают, они атрофируются. И после этого человек начинает заново учиться ходить, заново учиться двигать руками либо ногами. И вот, располагая электроды с двух сторон от гипса, вы пропускаете красивый спайк-импульс, заставляете мышцы сокращаться, и после снятия гипса нет атрофии мышц. Вот это просто одно из примеров проведения электропунктурной терапии. Также ими можно воздействовать на точки акупунктуры, и эти импульсы будут доходить до органа, регулировать его работу. И вот этот комплект самых различных методов терапии делает прибор очень эффективным. Именно поэтому эти приборы широко применяются в крупных медицинских центрах. Почему? Потому что выглядит он солидно, и пациент легко за диагностику и лечение на этом приборе отдает $200. Потому что он понимает, что дорогой прибор, и лечение, естественно, тоже дорогое. Эти приборы очень широко применяются в научно-исследовательских центрах, где проводятся те или иные исследования в области медицины. Почему именно в этой области приборы преуспели? Потому что благодаря большой стрелочной головке с классом точности единица, этот прибор в 2,5 раза обладает большей точностью по диагностике, чем ДТД модель 104. И вот благодаря своим качествам он применяется в этих центрах. Именно на этом приборе впервые был разработан метод по диагностике и лечению наркоманов. С помощью этого прибора удавалось снимать наркомана практически с 2 грамм героина без ломки и без применения химических препаратов. Благодаря возможностям этого прибора удается решать очень серьезные проблемы. Когда вы видели фильм, с которым я выступал на всех презентациях, вы видели, как быстро восстанавливался деформирующий артроз и очень сильное поражение суставов. Вы также в этом фильме видели, что диагностика, индивидуальный подбор лечебных программ осуществлялся именно на профессиональном приборе. Поэтому этот прибор и является флагманом наших продукций. А прибор очень надежен. В свое время доктор работал на этом приборе на Крайнем Севере. Возил его на оленьих упряжках, проводил диагностику в чумах, запитывая его от автомобильного аккумулятора. У прибора реализована очень интересная система питания. Он может питаться от 9 вольт до 24 вольт любой полярности. То есть там встроена система автоматической выбора полярности. Он защищен полностью от статики. Не боится ни вибраций, ни падений, ни ударов. Поэтому этот прибор является флагманом нашего предприятия и одним из самых интересных приборов, с помощью которых можно творить чудеса. Сегодня я вам рассказал кратко о этих приборах. Мы будем готовить специально для вас обучающие курсы и будем говорить и как проводить диагностику, как проводить эффективное лечение, как строить короткие алгоритмы по диагностике. И будем рассказывать обо всех тонкостях применения приборов, для того, чтобы у вас в руках были самые лучшие инструменты, которые позволят вам преуспеть в деле восстановления здоровья людей. Спасибо большое.